И к другим новостям. Азербайджанская национально-культурная автономия «Бирлик» «Единство» организовала для жителей Лениногорска грандиозный праздник в честь важного для членов диаспоры события – Дня образования Азербайджанской Демократической Республики. Праздничная шоу-программа автономии «Бирлик» ярко и самобытно влилась в массовые гуляния СПК-2. В результате лениногорцы стали свидетелями масштабного красочного шоу. Азербайджанская диаспора «Бирлик» не раз радовала жителей Лениногорска праздниками с большим размахом и национальным колоритом. В этот раз поводом для празднования стала важная дата для азербайджанцев всего мира – 103-летие Азербайджанской Демократической Республики. Мы, азербайджанцы города Лениногорск, диаспора «Бирлик», собрались все вместе и сделали такой праздник для жителей города в честь этого дня. Я желаю, чтобы наши народы всегда процветали, жили в дружбе и шли, как сказать, перспективы вперед. По приглашению председателя автономии Рамиза Мамедова в Лениногорск приехали азербайджанские артисты. Танцевальная группа «Хаял», финалист конкурса «Голос Азербайджана» Ильнур Фарзалиев, участник международных конкурсов Асиф Алиев, известный как Асиф Бакинский. Люди просто проходят, попадают, гуляют просто. Они тоже как бы увидели, что все к нам, как бы все вместе, как одна компания. Вот это и называется «Бирлик». В начале праздника лениногорцы посетили традиционный национальный шатер автономии «Бирлик», где были представлены предметы декоративно-прикладного искусства. Звучала азербайджанская музыка. Маленькие члены азербайджанской диаспоры представили национальные костюмы, а прекрасная половина диаспоры – национальные блюда. Посетил азербайджанский шатер и глава Лениногорского района Рягат Хусаинов. Старшее поколение лениногорцев получили от хозяев праздника в этот день особый подарок – выступление народного артиста Татарстана Мингола Галеева. Главная программа праздника развернулась на сцене Нижнего озера, в одном из самых живописных мест Лениногорска. Красоту пейзажа особо отметили гости праздника, представители азербайджанской автономии Татарстана и татарской диаспоры, которая активно работает в Баку. Впервые я здесь летом нахожусь. Уютный, зеленый, ухоженный город. Я хочу пожелать жителям и народу процветания и благополучия, достатка в домах. Азербайджанская культура, которая она находится на территории Российской Федерации, она не только соблюдает свой язык, сохраняет культуру, но она еще и интегрируется в эту прекрасную Российскую Федерацию. Зрители в ожидании. И вот яркое шоу началось. Гвоздем программы стало выступление йога-силача Амира. Он демонстрировал свои сверхспособности. Кульминацией его выступления стал номер с передвижением многотонного грузовика. Песенную культуру Азербайджана представил финалист конкурса «Голос Азербайджана» певец и композитор Ильнур Фарзалиев. В праздничной программе прозвучало немало слов поздравлений и благодарности в адрес азербайджанской автономии «Бирлик» за активное участие в жизни города, за большую благотворительную работу. Хотел поздравить с прошедшим праздником, Днем Республики Азербайджан, который накануне прошел. Ну и также отмечаю, что азербайджанская диаспора у нас активно участвует в жизни района и города. По мере развития нефтяной отрасли в Татарстане, конечно, те богатые знания, которые были в Азербайджане, Баку, наши, скажем, татарстанцы обучались там, и те знания, которые получали они в Баку, в университете, они применяли в нашей развитии нефтяной промышленности. Общаюсь с 16 региональными подразделениями, могу сказать, что Лениногорск – это лидер, без преувеличения, и сегодня мы этому являемся свидетелями. Спасибо вам огромное, Рамиз Мустафаевич, за эту работу, которую вы делаете. Мне очень приятно.
Неожиданный и очень ценный подарок сделал руководитель конного дворика «Алмакай» Фарид Набиуллин. В знак многолетней дружбы и дальнейшего сотрудничества с «Берликом» он подарил диаспоре двухлетнего жеребца татарской породы «Аргамак». Праздник удался. Как всегда, ярко, красочно, с большим размахом. Ближайшая неделя будет насыщенной для членов автономии. В планах посадка деревьев на аллее дружбы, о чем мы обязательно расскажем в следующих выпусках новостей.